hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Добрый день, уважаемые участники! Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем финал. Добрый день, уважаемые любители стрелкового спорта, болельщики! Встречаем финалистов! Начинается финал в упражнении «Женская винтовка пневматическая». И начинается представление участников. Для вас сегодня комментирует тренер сборной России по пулевой стрельбе мужской винтовочной группы Лугинец Назар. На позиции A Аверкина Ольга, мастер спорта, Сахалин, город Южно-Сахалинск, тренер Лаптев Геннадий Иванович. На позиции Б Тиганова Анна, мастер спорта, Белгородская область, город Белгород, тренер Лутай Ольга Ивановна. На позиции С Хабибулина Айгуль, мастер спорта международного класса, Татарстан, город Казань, тренер Лузганова Екатерина Павловна. На позиции D Васильева Мария, мастер спорта международного класса, Владимирская область, город Муром, тренер Лисов Андрей Вячеславович. На позиции И Коваленко Валентина, мастер спорта, Санкт-Петербург, тренера Коваленко Сергея Анатольевича, Коваленко Татьяна Александровна. На позиции F Каримова Юлия, заслуженный мастер спорта, удмуртская, Удмуртия, город Ижевск, тренер Лукин. На позиции G Щербакова Ольга, мастер спорта международного класса, Московская область, город Жуковский, тренер Калинин Владимир Дмитриевич. И на позиции H Османова Анжелика, мастер спорта, Владимирская область, город Юрьев-Польский, тренер Новиков Александр Сергеевич. Начинаются пробные выстрелы. Немножко расскажем вам о стрельбе, которая сегодня была. Упражнение выполняется в течение 1 часа 15 минут. Вы должны за это время успеть сделать 60 выстрелов квалификационных. И после квалификации у нас Васильева Мария занимала лидирующую позицию, 632,4 очка. На втором месте была Каримова Юлия, 631,8 очка. Третье место занимала Коваленко Валентина, 630,2 очка. Такой же результат показала
Рыбакова Ольга, 629,2 очка. Веркина Ольга, Хабибулина Айгуль, 628,9. Османова Анжелика, 628,8. И закрыла вождение финал своим результатом Тиганова Анна, результат 627,8. И такой же результат показала Низкошапская Алена, но по последней серии Тиганова Анна попала в финал, а Алена осталась на 9-й позиции. Финал сегодня обещает быть очень интересным. У нас собрались здесь очень сильные спортсменки, как молодые, так уже и опытные. Римова Юлия, я напомню, у нас кратная бронзовая призер Олимпиады Токио 2020 в упражнениях с трех положений 50 метров, винтовка малокалиберная, и в положении и пневматическая винтовка, пары смешанные вместе с Каменским Сергеем, они завоевали бронзовые медали. Также напомню вам, как будет проходить финал. Результат квалификации здесь не учитывается, то есть он обнуляется, все начинают с нуля. Спортсмены будут производить 3 серии по 5 выстрелов. Каждая серия будет производиться за 250 секунд. Отсчет будет с 10 медалями очка. После 15 выстрелов, то есть 3 серий, определяются 8 и 7 места. И эти спортсмены покинут финал. Оставшиеся 6 спортсменов производят еще одну серию из 5 выстрелов, после чего определяются 6 и 5 места. И эти спортсмены также выбывают из финальной стрельбы. Оставшиеся 4 спортсмена производят еще одну серию из 5 выстрелов, после чего определяется 4 и 3 место, то есть бронзовая медаль. И эти спортсмены выбывают из финальной стрельбы. После короткого перерыва, в котором можно пообщаться с тренером со своим спортсменом, который пришел дальше, медал матч за золото и серебро. Начинается матч за золотую медаль. Два спортсмена, которые набрали наибольшее количество очков, проходят в этот матч. И там будет борьба до 16 баллов. За каждую победу будет даваться 2 балла. Быстрее. Эти 16 баллов завоюют золотую медаль. Также напомню, что соревнования у нас проходят в славном городе Ижевске, который встретил нас достаточно сильными морозами, снегом, ну и хорошими результатами. Девушки сегодня очень хорошие результаты показали. Немножко подмерзли, как температура в тире чуть ниже, чем хотелось бы для комфортной стрельбы, но ничего, это не помешало им показать хорошие результаты, некоторые даже свои личные рекорды. Многие участницы этого финала находятся в сборной России в основном составе. Вот Айгуль Хабибулина на вашем экране. Крайняя правая позиция сейчас Аверкина Ольга. Тоже находится в сборной России. Минута остается до конца пробных. По мишеням мы видим, что у Васильевой Марии очень хорошая пристрелка сейчас. Но она и показала лучший результат. На сборе она тоже показывала отличный результат. Будем надеяться сейчас, что в финале она хорошо совладает собой и покажет не менее достойную стрельбу, чем сейчас на пробных или на квалификации. Ну и в целом, я жду, что будет сегодня очень упорная борьба, особенно за призовые места. И Коваленко, и Васильева, и Каримова, и
Щербакова, Османова и Хабибуллина. Все девочки очень хорошо могут себя сейчас показать. Я уверен, что и покажут. Финале. Ждем от них сейчас отличных серий с высочайшим результатом. Смотрите, вот у Османовой тоже пристрелка какая. Всего один выстрел из общей группы выделился. Все остальное в центре. Итак, начинается сейчас первая серия. 250 секунд. 5 выстрелов. Первая зачетная серия. Судья дает команду. Старт. Мы подождем первых выстрелов. Юлю Каримову и Валентину Коваленко мы вчера видели в финалах команд. Но теперь вот они стоят уже вместе. Хотя и все равно как соперница Тиганова. Прекрасное начало. 10-8. Первый выстрел. Достаточно важный атрибут. Аля Веркина 10-8. Анжелика последняя заканчивает первый выстрел делать, 10-1 попадает. Ну что, худший выстрел в этой серии пока что из одного выстрела у Щербаковой. 9-9, но это еще не беда. Посмотрите, Тиганова делает второй выстрел, 10-9. И сразу уходит в лидеры, в отрыв. Римова 10-8. Девочки, я предупреждал, что у девочек будет сегодня очень сильная борьба. Вчера мы видели, как на финале Юля Каримова за стрельбу попала 3 выстрела, 10-9. Ну и квалификация у нее тоже достаточно сильная. Она была на второй позиции, 631,8. С таким результатом можно бороться за медали на абсолютно любых соревнованиях. То есть в финал можно войти как на чемпионате Европы, мира, Кубки мира, финалы Кубка мира и Олимпиады. Без каких-либо проблем. Васильева 10-8. Красную серию тоже показывает. У Османовой немного не получается. Вроде все и в десятку, но по кругу нет этой вот точных выстрелов в центр. Вот нам показывают Юлю Каримову, заслуженный мастер спорта. 29 лет. Юли. Двукратная призерка олимпийская. Смотрите, как сосредотачивается она. Готовит свой выстрел, готовит себя к выстрелу. Очень интересно наблюдать. Отложила. Что-то ей не понравилось. Она полностью прекратила делать этот выстрел и пошла на второй заход. Потому что времени, в принципе, хватает, чтобы сделать несколько, максимум три откладки, можно сказать, выстрела, чтобы не совершить ошибку. Ну вот, она отложила и сейчас попала, конечно, не самый центр, но стабильную, хорошую рядовую десятку, которая позволит ей спокойно продолжать работу в финале. Мы видим, что Тиганова начала очень хорошо, продолжила не так имеет центральными десятками, но тем не менее, девяток нету, она держится. 10-2, 10-3, достаточно хорошая серия, и в целом у нее будет неплохая серия для начала. Васильева Мария заканчивает свою серию с 5 выстрелов. Попаданием в 10-7. Очень хороший показатель. После первой финальной серии и герой Мария Васильева. Ну и мы видим, 53 очка показывает Мария Васильева. Прекрасный результат. Отличный результат, я хочу сказать. Каримова Юлия. Всего 3 десятых, отстает 52,7. Тоже очень достойная, хорошая серия. Тиганова она, несмотря на то, что последние 3 выстрела у нее были 10-2, 10-3, не было хороших центральных десяток, но первые 2 выстрела, 10-8 и 10-9, позволили ей набрать очень много десятых, и в итоге она занимает 3-ю позицию. Ну а на наших экранах Хабибуллина Айгуль, очень молодая, очень перспективная спортсменка, мастер спорта международного класса,
Татарстан представляет. Ей всего 21 год. Смотрите, тоже как сосредоточилась. И прекрасно начинает. Прекрасный выстрел показывает. Хорошо подготовила его, выполнила. Абсолютно спокойно, размеренно сейчас готовится ко второму выстрелу. Давайте посмотрим, может ли она сейчас извести абсолютно такой же выстрел. Правильно технически его исполнить, чтобы мы порадовались за нее. Получили красивую картинку желтенькой точечки в центре. Нет, к сожалению, сделала она ошибку, недовольна своим выстрелом, видно было по лицу. А мы видим сейчас, что Коваленко Валентина делает два прекрасных выстрела в центр. Мария Васильева немножко сдает позиции, два выстрела подряд. Плохие десятки, еле-еле цепляющиеся за эту точку в центре. 10-1. Надо немножко, Маша, собраться, потому что здесь не простят ей такие ошибки, и с первого места она потихоньку будет проваливаться ниже и ниже. Средний выстрел на финале, чтобы оставаться в лидирующих позициях, в лидирующей тройке, должен быть стабильно 10-5 и выше. Рыбакова Ольга на экранах. Мастер спорта международного класса, Московская область. Года Ольги. Вот мы смотрим, тоже у нее две десятки. Такого среднего достоинства рядового, стабильный. И один выстрел был не совсем точный. Но у нее еще есть два выстрела. Мария Васильева взяла себя в руки. Третий выстрел и четвертый. Вот она показывает выстрел в этой серии. У нее 10-8 и 10-7, что снова ее возвращает в лидирующие позиции. Молодец, Мария. Также Аверкина Ольга показывает неплохую стрельбу. Вот Тиганова, вот опять хорошо, неплохо она стреляет. Нет у нее центральных пробоин, но тем не менее. Вот последний выстрел 10-6. Но не делает она прям грубых ошибок сейчас. Она все время остается в районе десятки. Хабибулина Айгуль совершает сейчас непростительные ошибки, просто которые не позволят с такой стрельбой оставаться в финале долго. Нужно собраться, Айгуль. Потом вся стрельба у нее справа. Мария Васильева тоже допускает ошибку. Такой же абсолютно выстрел. Чуть ближе. 9,7 у Айгуль. 9,9 у Марии. В общем, в этой серии не получилось показать высоких прям результатов у девочек. Да, и мы видим, что лучшая серия в этом раунде была у Коваленко Валентины. 52,3 очка. А в общей таблице у нас лидируют Васильева Мария, Каримова Юлия, вдвоем 104,7. На 0,1 всего отстает Валентина Коваленко от них, 104,6. А замыкает у нас таблицу сейчас Османова Анжелика и Щербакова Ольга. После этой серии мы попрощаемся с двумя спортсменками, которые займут 7-е и 8-е места, соответственно. Сейчас от этих 5 выстрелов будет зависеть, пойдет дальше. Думаю, что это как-то эта серия коснется лидирующих позиций. Но вот Османова Анжелика как раз вот в группе риска, которая может попасть под выбывание. Но не хотелось бы нам этого видеть, конечно. Анжелика молодая, 19 лет, мастер спорта, Владимирскую область представляет. Очень эффективно показал сегодня хороший результат. Хороший результат показала. 128,8 очка. И мы видим начало. Тиганова опять два выстрела подряд. Почти в самый центр прекрасный показывает. Коваленко Валентина тоже начало. Римова Юлия 10,9. Еще Щербакова 10,9. Молодцы. Васильева Мария тоже продолжает хорошую работу. Стабильную десятку показывает 10-6.
Вот Юля. Видим, как она готовит, готовит выстрел. Вводит свой взгляд для того, чтобы проконтролировать тело, как она стоит. Все ли комфортно, все ли удобно. Пытается поймать баланс, чтобы начать вход в мишень и обработку выстрела. И прекрасный выстрел демонстрирует нам. Рыбакова ошибается, Ольга. Два выстрела подряд фактически. Попадает девятку влево. И туда же почти рядышком. Десятку, 10-1. Валентина Коваленко, 10-8, третий выстрел идет на прекрасную серию. Вот мы ее видим на ваших экранах. Сейчас сосредоточена она и делает четвертый выстрел в этой серии. Отложила. Видимо, что-то не понравилось ей. Может быть, передержала по времени, может, какую-то ошибку допустила и вовремя спохватилась и не стала делать ее. Не... Самое главное у нас это не совершить ошибку. Потому что здесь от каждого выстрела все зависит. Делает выстрел, попадает в десятку, некачественную, конечно, десятку. Для нее это такой, можно сказать, не особо рядовой выстрел должен быть. Но в принципе у нее первые три выстрела очень хорошо, качественно работаны. Попадание почти в самый центр. У нее есть запас, так что она спокойно продолжает дальше работать. Ждем от Валентины. Завершающий выстрел в этой серии. Видно было по лицу, даже глаза закрыла, что ошиблась, попадает 10-0. И после этой серии, смотрите, Юлия Карима, серия 53-6, фантастика, просто супер серия. Что выводит ее на лидирующую позицию с результатом 158,3 очка. Коваленко Валентина, даже несмотря на последние два выстрела и то, что 10-0 она закончила, демонстрирует 52,4 серию. Хорошая, неплохая серия. На второе место ее это выводит 157,0 очка. И третье место занимает сейчас Васильева Мария, делит Стигановой Анны. А покидают нас Османова Анжелика, занимая восьмое место, и Аверкина Ольга, занимая седьмое место. Ну, сейчас вот немножко оторвалась Юлия вперед, занимая лидирующую позицию, больше, чем в одно очко оторвалась от Валентины. А вот с третьего по шестое место, ну, достаточно близко сейчас борьба будет идти. Очередная серия начинается, 5 выстрелов, после которой, ну, мы узнаем, кто займет очередные места. На данный момент это будет 6-5 места. И вот мы видим Марию Васильеву. Мария почему-то не может сейчас справиться, вот в прошлости. Прошлые две серии с собой, хотя начало было у нее очень хорошее, 53 очка серия. Мария показывает и здесь квалификации, и на сборах фантастическую работу. Собираться, показывает прекрасные серии. И вот, вот опять она собирается, делает отличный, идеальный выстрел по технике, выстрел по времени, как она всегда делает. Для нее это абсолютно нормально и демонстрирует самый центр нам. Коваленко Валентина не отстает, 10,7. Вибулина тоже старается сейчас не отстать. Ой, давайте посмотрим на Тиганову. Она делает очень-очень-очень нехороший сейчас выстрел для ее положения. И она, скорее всего, с 3-4 места сейчас окажется на 100 месте. Девятка 9,3, потому что все остальные девушки на данный момент попали. Красные выстрелы. 10-8 у Щербакова, Каримова 10-5, 10-8 Коваленко, 10-7. Видим Айгуль. Айгуль делает третий выстрел. Ну, вполне нормальный рядовой выстрел. Это позволит ей как минимум удержаться на своей позиции. Может сейчас даже подняться. Айгуль тоже очень-очень хорошо работает на тренировочных мероприятиях. Показывает нам прекрасные результаты. Она сейчас готовится к выстрелу. Мы видим, что она палец даже не сразу кладет.
его вдоль клада держит, чтобы случайно не нажать лишним движением, пока они грубые, подготовительные. Вот немножко не получилось сейчас у нее, недовольно вздыхает. Достаточно слабая десятка, 10-2. А вот Васильева Мария, 4 выстрела уже и показывает отличную серию. Чем закончит она? Давайте посмотрим. Хороший выстрел, 10-6, прекрасно. Серия просто фантастика будет. Также еще у Щербакова мы видим. У Коваленко. И 20-й выстрел тоже 10-7. Два выстрела закончила 10-7. Всего один со средненьким десяткой. Но я думаю, что около 50 будет серия. Никто не хочет сдаваться. Айгуль, к сожалению, заканчивает 20-й выстрел. Такой же пробоиной. 19-й. И Каримова 10-9 завершает. Ну, Каримова на этих соревнованиях просто она принцесса и королева центра мишени. Такие десятки, 10-9, это уже 5-я или 6-я за два финала. Так, 6-е место у нас занимает Тиганова Анна, 206,3 очка. К сожалению, покидает нас и Хабибулина Айгуль, 206,9 очка. Не хватило ей всего 0,7 до Щербаковой Ольги, чтобы остаться и побороться за призовые места. Итак, Каримова Юлия, 53,2 серия, 211,5, лидирующая позиция. 1,2 очка с серии, 53,3 последний занимает Коваленко Валентина, 210,3. И 1,1 всего Васильева Мария, 53,6, показав фантастическую серию, занимает третью позицию с отставанием больше 2 очков. От них Щербакова Ольга. Я думаю, что отыграть за 5 выстрелов такое, конечно, не получится, но борьба за третье место сейчас все равно будет ожесточенная между Васильевой и Коваленко, как минимум. Потому что у них очень близкий результат, всего 0,3 отставания от Маши Васильевой от Коваленко Валентины. Ну и вот начинает она не очень хорошо, всего лишь 10-0. А в данной ситуации это сыграть для нее не очень приятную, потому что Валентина 10,5, и Валентина отрывается уже достаточно серьезно, 0,7. Валентина 10,4 продолжает уверенно работать в районе хорошей десятки. Римова Юлия снова на экранах, она готова уже вот сделать выстрел. Мы видим, что зрачок даже никуда не дергается. И делает хороший, уверенный выстрел в центральную десятку. Юлия сейчас очень уверенно работает. У нее прекрасная квалификация, и финал она сейчас демонстрирует тоже очень хороший. После 20 выстрелов 211,5 очков у нее было. То есть у нее средняя серия за 10 выстрелов была больше, чем 105,7 и 105,8. Прекрасный результат. Это очень сильные серии, как для квалификации, а для финала так тем более. Делает выстрел. Чуть-чуть похуже, но все равно десятка. Она может абсолютно спокойно сейчас себя чувствовать. Смотрите, Маша разволновалась, видимо, совершила ошибку еще одну. А Валентина Коваленко продолжает стрелять свои хорошие, уверенные, рабочие десятки. К сожалению, Маша не может собраться. Вот почему надо будет работать в последней серии на сборах наших, проверять все. Не смогла совладать с собой. А это очень нужно. Такие моменты. Валентина на наших экранах готова сделать заключающий выстрел в этой серии. Да, делает хороший выстрел. 10-4. Нормальная серия. Маша так, к сожалению, и не собралась. К сожалению. Скорее всего, она займет уже бронзовую медаль здесь.
У Юли Каримова остался один выстрел, и она демонстрирует нам очередную прекрасную серию пока что. Ждем мы от нее 25-й выстрел и будем смотреть результаты этой серии. Прекрасно, 10,7. 53 очка демонстрирует. Итак, Щербакова Ольга, серия 52,5, результат 260,1, занимает четвертое место. Бронзовая медаль уходит Васильевой Марии Владимирской области. К сожалению, не смогла она сейчас справиться с собой. Всего 50,6 серия. Хотя, посмотрите, 53,0, 51,7, 51,9 и 53,6 в четвертой серии. И вот здесь не совладала она с собой. А мы смотрим, что золотой медаль матч. У нас выходит Каримова Юлия. Прекрасная серия она демонстрирует. Всего одна серия, 52 очка. Все остальное 52,7 и за 53. Уже начинается медал матч у нас. Мы видим, что даже они рядышком у нас остались. Будет так интереснее наблюдать. Мы сразу будем видеть шеи их рядышком. Они уже сосредоточились. Наверное, и выстрел будет почти одновременный. Хотя Валя обычно делает его побыстрее, нежели Юля. Давайте посмотрим. А Валентина делает первый выстрел. 9,9. Недостаточно этого будет, потому что Юля попадает 10,5 и зарабатывает свои первые 2 балла, врываясь в лидеры и открывая счет. Старт. Второй выстрел. Первый выстрел для Валентины. Много прям так сейчас нарешал. Но, конечно, начинать с девятки не самый лучший вариант. Давайте посмотрим, может ли она второй выстрел сделать хорошим. Юля начинает первый. Да, и Валентина попадает второй выстрел 10,7. Собирает 2 балла и сравнивает счет с Юлей. Хотя Юля тоже попала 10,5 пробоину. Хорошая рядовая пробоина. Но в медал матче 10,5 это уже может быть недостаточно. Сколько ситуаций было, когда попадает даже 10,7 и 10,8. Матч-поинтах. Этого было недостаточно. Тем, что уже все, глаза сосредоточены. Юля и Валентина допускают еще более грубую ошибку. 9,9 Юля, 9,1 Валя. Юля зарабатывает очередные 2 балла. Счет 4-2. Старт. Нашим операторам сейчас, конечно, очень повезло. Девушки стоят рядом. Мы можем видеть их вдвоем в кадре. Красивую картинку. Я напомню, что у Валентины Коваленко отец тоже очень титулованный человек, заслуженный мастер спорта, ее тренер. Так, Юлия Каримова, 10,7. Валентина Коваленко, тоже прекрасный выстрел, 10,6. Но Юля зарабатывает очередные 2 балла и вырывается в лидеры со счетом 6-2. Очередной выстрел. Меняются они, кто первый сделает выстрел, то Юля, то Валя. Но в этот раз Валя. Видели, как Юля отвела взгляд, перевела его на контроль тела. И Валя делает первый выстрел. Хороший выстрел демонстрирует. Но Юля делает выстрел лучше. 10,8 и 10,6. Каримова Юля, очередные 2 балла. 8,2 вырывается прям вперед.
Надо отдать должное, Валя демонстрирует сейчас хорошую стрельбу. Два выстрела подряд по 10-6. Никаких претензий к этому быть не может. Хороший выстрел. Но Юля делает работу чуть-чуть лучше. Так, выстрел. Валентина опять первая оказывается, десятка. Юля опять делает выстрел чуть-чуть лучше. 1,2 постоянно Валентина не может догнать ее. 10-6 против 10-4. И Каримова Юля забирает очередные 2 балла. Счет 10-2. Совсем чуть-чуть остается до матчпоинта. Валентине надо немножко собраться. И вот несколько выстрелов. Точнее. Первый выстрел от Валентины ошибается, к сожалению. Это дает шанс Юле сделать самый обычный хороший выстрел, как она умеет это делать. Не торопясь. И забрать очередные 2 балла. 10,8. Юля показывает фантастическую стрельбу на сегодня. Забирая очередные 2 балла. Счет 12-2. Разница уже в 10 очков. Достаточно большая. Всего 2 выстрела отделяют Юлю от золотой медали. Но мы надеемся, что Валентина все же сможет немножко конкурировать сейчас. Немножко создать интриги надо. Десять. Вот Валентина мы видим на экране. Не сильно правильная. 10,3. Потом выстрелы от Юли. Стоп. Юля опять 1,1 всего лишь. 2 балла забирает. 14-2 счет. Матчпоинт у нас уже на экране. Сейчас может закончиться наш финал после этого выстрела, если Валентина, конечно, не захочет его продолжить. Пробойный центр. Ну или хотя бы на 1/10 побольше. Юля очень опытная спортсменка. Ее плечами уже множество соревнований. Умеет стрелять хорошо на финалах, что нам и демонстрирует Валентина. Попадает хороший выстрел. Центральная десятка, наконец-то. Давайте посмотрим, сможет ли Юля. Да, ошибается Юля. 10-1 попадает и не дает завершить этот финал нам Валентина. Мы несказанно рады. 14-4, но разница 10 баллов. То есть Валентине надо сейчас 5 выстрелов подряд сделать лучше, чем Юлю. И тогда она сможет сравняться. Достаточно непростая задача, но не невыполнимая. Может она это сделать. Есть, конечно, доля вероятности, что случайность будет на стороне Юли. И она попадет 10-9 очередную, как она это демонстрировала на наших финалах уже много раз. Нет, Юля ошибается. 9-9 против 10-6 от Валентины. И снова 2 балла забирает Валентина. Счет 14-6. 4 выстрела нужно теперь выиграть Валентине, чтобы сравняться. Лицу Юлии не определить, довольна она выстрелом или нет, что отличает хорошего спортсмена, который абсолютно никак не показывает свои эмоции, а Юля у нас замечательный, прекрасный, очень ловкий спортсмен. И мы это видим. Так, матчпоинт. Валентина делает выстрел. Наверное, недостаточно хорош будет.
Равный результат. 10-2, 10-2. Повезло. 15-7. Все равно матч-поинт. Все равно 4 выстрела нужно выигрывать Валентине, чтобы сравняться. На волоске. Вот каждый выстрел прям на грани. Каждый выстрел может стать последним сейчас. Поэтому надо работать максимально, максимально хорошо. Валентина делает выстрел. Юля совершает грубейшую ошибку сейчас. Не дает своей ошибкой закончить никак финал этот. Валентина зарабатывает 2 балла очередные. 3 выстрела ей нужно сейчас выиграть, чтобы сравняться с Юлей. Юля даже засмеялась немножко от такой глупой ошибки, видимо, которую совершила. Нельзя допускать такие ошибки таким опытным спортсменам. Сейчас будет выстрел побыстрее. Но Валентина, к сожалению, делает ошибку, ошибается. А, Юля попадает. 10-9, очередную. Я сбился уже, если честно, по счету какую в этом финале. И зарабатывает 2 балла и золотую медаль. Итак, золото. Каримова Юлия, Удмуртия. Серебряную медаль у нас забирает Валентина Коваленко, Санкт-Петербург. И бронза Васильева Мария, Владимирская область. Поздравляем наших девушек. Получился интересный финал. Хорошие результаты, как я и обещал. И у Юли, и у Вали, и у Марии. Прекрасная была и квалификация, и квалификационная часть финала. И медал матч у нас получился достаточно интересный. Давайте посмотрим на наших красавиц. Вот они стоят. Ну а я поблагодарю вас за просмотр. Спасибо, что присоединились к нам, смотрели, болели. Пожелаю вам удачи и до новых встреч. Sky on your mind.